По просьбе мэрии Нарьян-Мара полномочия в сфере ЖКХ вернулись с регионального уровня на городской. Кадры для ТЭК в регионе занимаются возможностью трудоустройства жителей округа в нефтяную отрасль. А виной всему непогода. Зимник закрыт уже почти сутки. Дорожники устраняют последствия метели. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Полномочия в сфере ЖКХ вернулись с регионального уровня на городской, но только на год. Речь идет об исполнении полномочий по организации в Нарьян-Маре электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населением. Соответствующие поправки в 95-й окружной закон о перераспределении полномочий депутаты регионального парламента приняли в первом и втором окончательном чтениях на первой в этом году сессии. Всего в повестке дня значилось 20 вопросов. С 2015 года полномочия в сфере ЖКХ в столице региона в соответствии с 95-м окружным законом перешли с городского на региональный уровень. Однако власти НАО, по сути, не имели возможности исполнять их, поскольку мэрия отказалась передавать на региональный уровень по КТС. Перед вынесением на сессию этот вопрос был детально проработан на комиссиях и предсессионном комитете. Это также вытекает из тех обращений, которые поступали в адрес органов государственной власти округа от города Нарьян-Мара. И это обусловлено тем, что фактически органы местного управления отстранились от передачи инструментов и полномочий на окружной уровень. Почему мы только на один год передаем эти полномочия, посмотрим, как в текущих финансовых условиях город справится с ними. И по концу года, если эту ситуацию будем оценивать еще раз. Вернут полномочия и Заполярному району. Речь идет о полномочиях по организации в сельских поселениях, строительства муниципального жилищного фонда и создания условий для жилищного строительства. Это делается также на основании обращения администрации Заполярного района. Она заверила власти НАО, что средства на строительство муниципального жилищного фонда в районном бюджете имеются. Законопроект депутаты приняли в первом и во втором окончательном чтении. Далее депутаты обсудили проект закона, который был разработан на основе обращения к законодателям мамы усыновленного ребенка. Речь идет о предоставлении возможности использовать единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей на оплату образования усыновленного ребенка в любое время по истечении одного года со дня усыновления, а не в течение 3 лет, как сегодня диктует закон. Ведь фактически, согласно действующим нормам, пособие возможно израсходовать на оплату образования ребенка только в том случае, если в момент усыновления ему было 15 лет. И поэтому у него была такая идея, а можно ли дать возможность усыновителям эту сумму использовать в последующем, когда ребенок закончит школу, пойдет поступать, не дай бог не получится, на бюджетное место, чтобы оплатить ему учебу. Хорошая, нормальная, здравая идея. И мы, в принципе, вместе с специалистами нашего собрания достаточно быстро постарались его реализовать. Также депутаты предложили законодательно закрепить, что в случае, если усыновители направляют эти 500 тысяч на улучшение жилищных условий, за усыновленным ребенком в обязательном порядке закрепляется часть жилого помещения. Как отметила вице-спикер Татьяна Бадьян, законопроект направлен на адресную поддержку усыновленных детей и защищает в полной мере интересы усыновляемого ребенка. Законопроект приняли в первом чтении и предложили разработчику доработать его с учетом предложений и замечаний. Также на сессии были приняты поправки в закон, который касается оплаты труда работников государственных учреждений округа. С принятием законопроекта заработная плата бюджетников будет напрямую зависеть от результатов их деятельности. Здесь речь идет о формуле 60/40, где большая часть – это базовый оклад, а остальные проценты – это премиальные и стимулирующие выплаты за эффективность, креативность, добросовестность и другие заслуги. Данный законопроект, он принят прежде всего еще с тем, что мы до 1 января 2018 года должны все перейти на форму эффективного контракта, то есть это федеральная политика, но каким образом она будет здесь реализовываться в регионе, многом зависит и от трудовых коллективов, зависит от профсоюзного движения, от действий, конечно же, исполнительной власти. И, на мой взгляд, вот приняв это как готовность, мы все должны подключиться к этой теме, с тем, чтобы у нас действительно появились критерии, грамотные критерии, которые способствуют развитию наших отраслей, вместе с тем могут оценить работника по его эффективности. По словам законодателя Татьяны Бадьян, пока никаких критериев оценки эффективности работников различных отраслей не разработано. Это дело времени.
Также в ходе сессии парламентарии поддержали проект постановления группы депутатов об обращении в правительство Российской Федерации. Суть письма состоит в следующем. В январе этого года правительство России одобрило идею выдачи заграничных и общегражданских паспортов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и даже запустило пилотный проект в ряде регионов страны. Для нашего округа с большим количеством труднодоступных населенных пунктов замена документов – одна из насущных проблем. Чтобы получить паспорт, необходимо приехать в Нарьян-Мар и потратить десятки тысяч рублей. Об идее подключения к этой проблеме многофункциональных центров округа депутаты регионального парламента задумались еще в ноябре прошлого года. Оказалось, что правительство тоже думает в этом направлении, и мы думаем, что нашим обращением мы усилим позицию правительства в этом направлении. И мы включили там фразу, что мы хотим, чтобы наш регион был одним из пилотных в реализации вот этой госуслуги. Глава региона Игорь Кошин полностью поддержал инициативу депутатов и рекомендовал продолжить работу по расширению перечня госуслуг, оказываемых в МФЦ для удобства жителей населенных пунктов округа. Также в ходе сессии по представлению губернатора округа депутаты согласовали кандидатуру Татьяны Логвиненко на должность заместителя губернатора НАО. Напомню, с 1 сентября Татьяна Логвиненко исполняет обязанности вице-губернатора, руководителя департамента финансов и экономики округа. Согласно уставу, губернатор имеет право назначить своих заместителей без согласования с депутатами на срок не более 5 месяцев. После этого момента кандидатуру необходимо согласовывать с депутатами. Ирина Цепетова, Александр Доркин, телеканал «Север». Где взять новые кадры для нефтяной отрасли и кто их будет готовить? Администрация Ненецкого округа провела встречу с представителями нефтяных компаний. Темой круглого стола стала подготовка квалифицированных и рабочих кадров для топливно-энергетической промышленности. Сегодня в нефтедобывающей отрасли региона работают порядка 7400 человек. По данным Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, доля работников из числа жителей Ненецкого округа весьма незначительна. Большая часть трудовых ресурсов прибывает из других субъектов России и стран СНГ. Тем временем на окружном рынке труда сегодня есть желающие работать в нефтяной отрасли. Знаю, что у нас были вопросы, да, то есть участие, то есть и не всегда желанно как-то так люди охотно ездили на вахты, то сейчас, конечно, ситуация изменилась. И уже многие готовы на любые логистические схемы, лишь бы, скажем так, иметь работу. Олег Белак обратился к представителям недропользователей с просьбой размещать вакансии в центре занятости округа, чтобы у жителей была возможность устраиваться на работу. Также на встрече обсудили эффективность деятельности профильных классов «Роснефть», бесплатного обучения безработных, подготовку рабочих специалистов в окружных образовательных учреждениях. Зимник закрыт для всех видов транспорта до 10 утра 30 января. Об этом сообщили в диспетчерской службе подрядчика компании «Транзит». Уже больше суток на автодороге сильная метель. Дорожники расчищают трассу от образовавшихся на всем ее протяжении снежных заносов и переметов. Работает 17 единиц техники. Автовладельцам перед выездом на зимник рекомендуют узнать актуальную информацию о состоянии трассы по номерам телефонов 112 или 8 911 650 4040. Информационное табло установлено в районе микрорайона «Факел». Также данные по зимнику размещаются на мониторе в районе городской площади имени Ленина. Снегоходные трассы округа сегодня обсуждали и на сессии собрания депутатов. В частности, парламентарии приняли в первом чтении законопроект, который обеспечит безопасность жителей поселений Наум. Речь идет об организации снегоходных маршрутов и установлении требований к ним. Проект закона представил глава Заполярного района Алексей Михеев. Документ направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья населения региона, предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с пропажей людей, а также на создание условий для транспортного обслуживания людей, в том числе туристов и охраны окружающей среды. На федеральном уровне правовой статус и особенности регулирования правоотношений в сфере организации движения по снегоходным трассам не определены. В России подобный закон принят только в Кемеровской области и Республике Алтай, но ориентирован исключительно на развитие снегоходного туризма. Таким образом, закон НАУ может стать первым документом, регламентирующим статус снегоходных дорог. Принятие такого закона связано со спецификой региона, где большинство сельских жителей передвигаются именно на снегоходах. Разработчиками предложены определенные маршруты на снегоходах между населенными пунктами. Эти маршруты свяжут практически весь Ненецкий округ. В законе уточняются понятия снегоходной техники, снегоходной трассы и ее организации. Планируется создать реестр снегоходных трасс, который будет содержать сведения об особенностях движения и возможных опасностях. Многодетная мать-одиночка Нарьян-Мара осталась без электричества.
Виной всему неоплата коммунальных услуг. В тонкостях коммунальных законов разбирались уполномоченные по правам ребенка и наша съемочная группа. Оказаться в гостинице за неуплату коммунальных услуг. В такой ситуации оказалась многодетная мама, проживающая в частном доме. Рано утром она ушла в детскую поликлинику, а когда вернулась, обнаружила замерзающих детей. Газовый котел, который работает от электросети, не работал. В доме отключили электричество. Валентина Чибичек попыталась разобраться в тонкостях коммунальных законов. Но мы спали в куртках, в теплых штанах, все одевали потеплее. Мавлет даже в шапке ложился спать. Сегодня семья Юсуповых не будет ночевать в холодном доме. В центре временного размещения Красного Креста им предоставили теплую комнату, где мама с двумя школьниками, трехлетним Давлетом и грудничком 3 месяцев больше не боятся замерзнуть, как это случилось днем ранее в их доме. Я с утра вышла с детьми, направилась в поликлинику, в детскую. Во время моего отсутствия приехали сотрудники электростанции. И без предупреждения отключили электроэнергию со столба. У нас частный дом, а у нас котел все работает на электричестве. В результате за несколько часов в доме замерзла система отопления. Женщина поехала на электростанцию, чтобы узнать о причине отключения. О том, что есть долги по оплате электроэнергии, она знала. С весны накопилась сумма в 4700 рублей, но такого поворота событий не ожидала. А у меня такая ситуация, я 4 детей воспитываю одна, у меня муж отсутствует в городе. Я безработная за то, что у меня ребенок маленький, 3-месячный. На работу я пойти не могу, хоть образование имею. У меня стоял вопрос на детские пособия или детям продукты купить, или пойти электроэнергию оплатить. Естественно, я детям продукты куплю. Чтобы погасить задолженность, пришлось занять необходимую сумму у знакомых. После предъявления чека сотрудники предприятия восстановили подачу энергии. Но в доме по-прежнему было холодно, лопнула батарея. Когда женщина поняла, что денег на новую ей не собрать, обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Ненецком округе. Через службу Красного Креста детскому омбудсмену удалось выделить средства на ремонт и временно разместить семью в социальной гостинице. Я считаю, что в таких случаях, ну, во-первых, надо руководствоваться российским законодательством, а во-вторых, все-таки вот к таким категориям граждан, которые действительно находятся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, то есть к незащищенным категориям граждан нужно подходить очень осторожно. Российское законодательство в случае неуплаты дает право компании приостановить подачу коммунальных услуг. В постановлении правительства номер 307 пункте 10 сказано, для этого необходимо уведомить абонента. За месяц до предполагаемого отключения ему отправляется письменное предупреждение. Если за этот период должник не оплатит квитанцию, электростанция вправе ограничить предоставление указанных в уведомлении коммунальных услуг. В результате неоплаты и просроченного предупреждения более чем за 2 месяца проживающие там граждане не предприняли никаких действий. Вот в каких случаях отключают? Если абонент не платит более 3 расчетных периодов. Абонент не производил оплату с апреля 2015 года. По словам представителя электростанции, абонент мог избежать отключения. Для этого необходимо предоставить документы о положении и доходах семьи. Многодетные родители получают скидку в 50% на оплату электроэнергии. С ними работа налажена, и дело до отключения не доходит. К слову, до суда тоже доходят немногие абоненты. От общего количества исполнительных производств, находящихся у нас на исполнении в течение года, это цифра достигает порядка 15 тысяч исполнительных производств. Да? Количество исполнительных производств по взысканию электроэнергии, оно незначительно. История с холодным домом закончилась благополучно. Семья покинула гостиницу на следующий день. Только осадок все же остался. В непростой жизненной ситуации так важно понимание окружающих. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Выставка «Трудовые будни» открылась в Краеведческом музее Нарьян-Мара. Среди главных героев фотоснимка – градообразующие предприятия столицы региона, ныне действующие и ставшие историей. История 13 предприятий города в фотографиях и предметах. Выставка «Трудовые будни» Нарьян-Мара открылась в Ненецком краеведческом музее. Среди главных героев фотоснимков – градообразующие предприятия столицы региона. Морской торговый порт, авиаотряд, маслозавод, окружной узел связи, мясокомбинат, хлебозавод, лесозавод и рыбокомбинат.
Одни из них пережили реорганизацию, некоторые стали историей Красного города. Очень быстро, почти 40 лет. Приехала 16 лет и закончила в 53. На одной из фотографий молодой и красивой Галине Михеевой примерно 20 лет. Девка – кровь с молоком. Так говорили про нее знакомые. И молоко здесь не афоризм, а результат трудовой деятельности. Более 30 лет Галина Серафимовна проработала на Наринмарском маслозаводе. Сейчас это предприятие «Вита». После Вельского училища лаборанткой, а потом я закончила Московский институт и уже работала. Потом уже я заочно, когда закончила, я уже работала начальником производства. Закончила я начальником производства. А приехала, да, приехала, работала лаборантом. Работа была интересная, нравилась очень. И сегодня мы как-то окунулись в такую атмосферу, я окунулась, что мы все тут вместе, вот все эти предприятия. Мы же все вместе работали, все такое знакомое, родное. Вообще даже эмоции переполняют, конечно. Для экс-начальницы молочного производства предметы маслозавода и оборудование на выставке больше, чем просто экспонаты. Это вот сепаратор. Это, как говорится, основная единица нашего производства. Везде у нас было по округу более 20 пунктов. Ну, в городе они, конечно, по объемам больше стояли. Вот здесь выходят сливки, как более легкие. А здесь выходит обезжиренное молоко. Из сливочек делали сметану, масло. Обезжиренное молоко варили, творог. На временной экспозиции «Трудовые будни Наринмара», кроме пищевой промышленности, есть еще три блока. Это транспортные предприятия, предприятия социальной инфраструктуры и исчезнувшие промышленные предприятия города. Одно из них – Печорский рыбокомбинат. Вкус рыбных и мясных деликатесов до сих пор вспоминают ветераны города. А Ленина – это уже, знаете, неподражаемое было мясо. Это было мясо, только, знаете, в желе, с жиром, там, ну, вообще… Адидас. Сейчас Ленина выпускает, она уже не та. Не та. Вы понимаете, вот прямо вот открываешь банку, и мясо таким, знаете, прямо этими волокнами было. Мясо, волокна, самое натуральное мясо. Сейчас таких консервов нету. Все подделка идет сплошная какая-то. Ностальгия есть большая очень по поводу того, что пропал этот комбинат у нас. Пропал, понимаете, пропал. Жалко очень. С ностальгией жители города вспоминают и о Печорском лесозаводе. Предприятие, которое просуществовало 100 лет. Целые династии трудились на этом многопрофильном предприятии. А мы обращаем внимание на то, что в условиях дефицита мебели до 1970-х годов наш лесозавод производил ее для жителей города Наринмара и окрестных населенных пунктов. В память о трудовых достижениях лесозаводчан городская администрация и жители округа планируют установить памятник. Хотя памятник, по словам самих жителей, достойно каждое предприятие, представленное на выставке. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Более 500 уникальных предметов 16-18 веков. Фрагменты обуви, одежды, деревянной утвари пополнят фонды Пустозерского музея. Там приступили к обработке археологической коллекции 2015 года, которую в прошлом году проводили археологи из Нефтеюганска Сергей и Светлана Пархимовичи. Напомню, что во время экспедиции было выработано 64 квадратных метра раскопа, пройдено 6 слоев земли, угля и щепы. Все предметы археологи обнаружили в слое вечной мерзлоты. Благодаря этому факту они хорошо сохранились. Это фрагменты обуви, это несколько типов каблуков. Такие каблуки достаточно часто встречаются на территории Пустозерского городища. Изящно вырезанная голова фигурки медведя. Вероятно, это была какая-то игрушка детская. К сожалению, сам медведь исследователям не попался, но голова. Также шахматная фигурка. Опять же, тот же Сергей Григорьевич Пархимович указывает на то, что в Мангазее таких фигурок попадалось бесчисленное множество. То есть люди, помимо занятия промыслом, хозяйством, имели все-таки какой-то досуг и проводили его за весьма интеллектуальными занятиями. Шахматные фигуры, фрагменты обуви, игрушки, а также предметы промысла. Занятия охотой и рыболовством подтверждаются находками, деревянными и берестяными поплавками от сетей, планкой лука, сторожком от ловушки и томарами, стрелами с тупыми наконечниками, предназначенными для добычи пушных зверьков. Деревянные томары широко использовались в пушном промысле, потому что не портили ценную шкурку, но при этом требовали от охотника особой меткости и ловкости. Это первые томары в коллекции музея. Из прочих находок следует также отметить две счетные деревянные палочки, на которых нарезками отмечалось количество товаров или дни.
Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.